Бурого медведя, жирафа и единорога заметили в самом центре Первоуральска. Правда, животные оказались не настоящими. В костюмах сказочных персонажей на празднике двора местные молодогвардейцы развлекали детей. На этот раз праздник устроили на Герцена 6, однако на площадке собрались взрослые и дети также из других домов. Кто-то заглянул на мероприятие по пути с работы домой. Для юных участников праздника подготовили веселые старты, игры и музыкальные конкурсы. Развлекли малышей и ростовые куклы. В ближайшее время подобные праздники двора от местной «Единой России» пройдут и в других районах города. Понравилась музыка, очень все весело, ярко, тут сказочные герои какие-то, зверюшки. На таких мероприятиях как можно чаще встречаются, знакомятся, не всегда есть поводы для того, чтобы встретиться. Мы такой повод людям создаем. Кроме того, если есть какие-то проблемы насущные, проблемы жизненные, люди могут обратиться ко мне как к депутату, мы всегда поговорим и все, что возможно, сделаем.